нормально работает. Вот, и я сразу начал. Ну, а почему бы и нет, собственно говоря. Так, вроде инвентарь более-менее нормальный, и я вот тут новое оружие взял. Оно, кстати, знаете, какое крутое? Вот когда вот идет последняя буря, ты ее берешь вообще, вот тогда она бомба просто. Она по 10 вроде сносит в последней буре, и если что, тебя спасет. Я не знаю, скорее всего, сейчас стиль будет пассивно-агрессивный, я не знаю. Или агрессивно-пассивный. А шо мы уходим? А шо мы уходим? А куда мы идем? А ты что, дурак, что ли? А, у него это есть. Баночки. Тап тара тап тап тара тап тара тара та тап тап тара пап тап 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 пара 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 пап 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 Не-не-не, подожди. Иди за мной, скотина. Борзый какой-то. Чувак, я сам как бы в агрессивно-пассивном играю. Зачем ты еще до меня идешь? Совсем борзый, что ли? Так. Ой, как хорошо. Оу май. Так, он их куда-то сюда стрелял. Hello, kid. Catch you, boy. Так, тут чувак где-то. Блин, я очень люблю вот эту винтовку. Очень прям, это одна из моих любимых винтовок. Просто скар как-то получше будет, да? Ну да, пожалуй. Нет, я передумал, 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 передумал. Стой! Подожди! Все. Нифига, зона быстрая. А где мой шарик? А вот он.
Жалко, что тут за убийство не дается ХП к варенье. Это убрали, к сожалению. Том тур то то том то том 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 то том 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 то том 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 то 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 том то. В принципе, у меня есть шансы на победу. Причем неплохие. Главное не тупить, и все будет нормально. О, I get you, boy. Офигеть! Пошли нафиг! Говноеда вонючая. Я не успел, это... Блин. Я видел то, что он с РПГ запускает, но я не успел пол поставить. Это было очень близко. Было бы очень печально, если бы тот мудак бы еще попал. Но я про того, который в меня снайперил. Если вы не заметили, там мудак один подходил сбоку. Не снайперите меня. Ой, спасибо. О! Простите, ребят, но это ГГ, все. Нет. Так получше будет. Там были бинты. Ну, на стукой. В смысле, бинты? А, вот. Да вы задолбали, отвалить от меня. Я даже сейчас на снайперках особо ПВПшиться не могу. Ну, как сказать, я могу, но одно попадание и все. Мне вот туда надо. Seriously? Кусок говна, иди сюда. Не, ну этот чувак, конечно, очень борзый. Получи и распиши, щенок. И на того напал петушара. Не снайперите меня ради Аллаха. Скотина. Сдохни, да.
Нравится? Петушара. Говно, не ситуация, конечно, у меня. Так он, в принципе, уже рихтанулся. Ну, ребят, ну вы можете просто меня не трогать, я просто уйду. Это все, это ГГ. Фахри, ты этот... Там сейчас такое, блин... Ненавижу, блин. Посмотри, кстати, начало стрима, оно прям вообще вах, 6 киллов. Блин, вот меня очень бесит, знаете, какие моменты, когда у тебя мало хп, и на тебя обязательно должны двое сразу сфокусироваться. Ну, там сфокусировался один, но у меня было очень мало хп, очень прям. Ладно. Почти топ. Почти. Ну и неплохо, с первого раза. 6 киллов. Сейчас бы вторую так бы отыграть, вообще было бы круто. Звук нормальный. Да, звук шикарный. Круто, круто, круто. О, у меня, кстати, на экране еще плюс один. О, сейчас два смотрит, найс. Сейчас по дефолту идем вот сюда. Мне вот что нравится, то что это место не называется, например, завод и все остальное. И типа там особо никогда хотпоинты не бывают. И туда люди не идут. Говорю сразу, хотпоинты, в чем их прикол? Не в том, чтобы, допустим, дать игроку лут, а чтобы разнообразить игру, геймплей, то есть, как сказать, чтобы они приземлялись не только в приятном парке. И, то есть, мне нравится только сюда приземляться, поэтому это плюс, я думаю. Со мной не... Ну вот, тут шикарный лут. Если что, это в это место все приземлялись, ну вот, наверное, в каком сезоне, ну... С первого по пятый, нет, по пятый нет, по четвертый точно. И, то есть тут все было. Я помню, там завод был по производству унитазов, если не ошибаюсь. Вот, и сюда все абсолютно прыгали. Вообще очень круто было. Но я сюда не приземлялся, потому что мне это место на самом деле не нравилось. Я только в приятный парк приземлялся. Ну вот, с первого по... Ну, башни же в четвертом, да, появились? О, там еще большая. Вроденько. Круто. Короче, если бы в той игре я бы не облутался, а если бы у меня было побольше хилок, тогда бы я бы победил. То есть у меня не хватало, получается, хп. А, ну и хп, в принципе. Точнее, только и хп. В броне броника у меня было нормально. Мне бы сейчас еще это найти, как его. Преобразователь Бори вообще было бы все шикарно. Это наверное, лучшее оружие. Даже гранаты не хочу называть оружие. Потому что под конец, вот под конечную зону, она вообще... Хотя, я думаю, это получше будет. То есть под конец, уже когда остается там, ну, несколько игроков. Но это уже получше будет намного. Так.
тут, наверное, оружие будет. Нет, не будет. Так будет получше, я думаю. А, кстати, Фахри. Чё ты так мало играешь, я не понял. На каникулы. Ну, не каникулы, завтра в школу, но... Всё же. О! А, хотя, кстати, вот так было бы вообще офигенно. Это прям штурмовой отряд получится. Ага. Блин, ну так тупо слить ту катку. Это было просто жесть. Надо было их обойти и не вступать в бой. Ну я так и хотел сделать. Эти петушары мне не дали. Они просто... Так. Да, блин. Короче, как вы видите, это место самое лучшее. О, с самого начала игры. Лол. Мне так давненько не везло. Пожалуйста. Еее, бой. Вообще класс. Типа, из грязи в князь. Сразу все такое красивенькое. Не знаю, что дробовик бы еще легендарный был. Вообще был бы топ. Тут лута, кстати, хватает, ну вот, максимум на человеков 4. То есть на сквад хватит. Так. А, кстати, Фахри, как тебе сет? Да господи, нама! Как тебе сет, кстати? Типа, этот крылья такие. И. Ты чё? Серьезно? Фейл года просто, офигеть. Как так может? Ладно, ладно. Я не хотел ставить стенку. Я просто, когда, допустим, ставлю что-то, я автоматически на стенку ставлю. Ну, я же в режиме этого опытного вояки, и там типа нет такого, что резко поставить, например, лестницу. И я привык работать со стеной, поэтому я автоматически на это ставлю. И нечаянно на R2 нажал. А, так, тут сундук вроде еще. Ну и пошел вон. Сейчас, ой, сейчас игроков тут поищем. Как раз зона шьет. Кстати, большие банки лучше всего использовать, а не маленькие. Потому что они восполнят себе 100 хп, а маленькие банки 2, ну, 50 максимум. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ну а насчет скорости, то есть... Две банки, а маленькие дольше даже будет, чем одна большая, я думаю. Да где игроки, господи, ни одного не видно. Так, туда я не пойду. Офигеть, ни одного игрока нету. Ладно, займем ХГ. Кстати, у меня какая-то очень странная фигня с каналом творится. Типа, я не могу загружать видео с PlayStation. Они очень долго идут. Например, вот вчера я занял топ-1, очень красивенький. И там очень красивые были квикшоты со снайпы, с тяжелой. Оба. Ну не уходи. Петушара. Вот. Кстати, вот новая ППшка, то, что есть, она офигенная. Это моя теперь одно из любимых оружий.
Оно сносит по 25. И при этом... по 4, да, по вроде поле сейчас. Раз, два, три, да. То есть она по 3, то есть минус 75 с хп сразу. И сейчас прилетает страйк на канал. За. Кстати, это очень странно, но я вот вроде особо маленький довольно-таки канал, но мне приходят страйки за песню, которую я использую иногда. Это я такой типа, чё? Чего? Каким боком? Типа, как они отслеживают, что я их использую? По идее, канал тут у меня не такой уж и большой. Но страйки прилетают. Где игроки-то? Я пострелять хочу. Я хочу, чтобы мне в катке попался прям вот мега нуб. Я думал, я сейчас сдохну. Фахри, ты этого не видел. Не, ну серьезно, чё? Мне хочется плакать, мне хочется стучать. Ладно, хотя бы так, по идее, побольше игроков будет. Но шансов победить не меньше. Так. Фейспалм. Возьмем трайхардный скин. Блин, кирку не успел. Ладно, и так сойдет. Ой, блин, ну как же так можно было ступить? Я просто... Мне показалось, что эта труба ближе. Я хотел по красоте, типа, перепрыгнуть, как Джеймс Бонд. Но получился, блин, как Джеймс Лох какой-то. Ладно, проехали. Весьма жалко, кстати, у меня была снайперка. Я снайпа не хо... Нет, это, точнее, неплохо стреляю. Хнык-хнык. Так, кстати, секунду. В то же место, в принципе, можно прыгнуть. Со мной наверняка пойдет, кстати, дуо какое-то. Потому что обычно эти по люди идут. Кстати, а вот что мне нравится, то что, точнее, что мне сегодня в этом стриме нравится, то что я, в принципе, туплю, но это, так сказать, не особо, нет, это видно, даже очень видно, но, типа, тут нету моментов, когда я именно в файтах туплю. Ра-ра-ра. Так, стоп, все. Так. Хоп, хоп. Профессиональненько.
Так будет получше. Хоу! Катковая игра. То есть это автоматы бега. А, нет, я вдо против. Блин, мне чем не нравится дуо, тем, что ты остаешься против двух чуваков, и когда у вас снайперская дуэль, даже триэль, я бы сказал, ну типа там трое игроков, то тебе бывает сложнее их обстреливать, потому что они стреляют поочередно, ну это профессионалы, они стреляют поочередно, и тебя, так сказать, выкуривают из твоей обороны. А когда, допустим, ты одного нокаешь, что ты не можешь сразу проштурмовать, потому что он тебя будет обстреливать. Если ты бы к нему будешь строиться, он просто успеет, как сказать, сревайвать его чувака, ну, союзника. И, то есть, твой выстрел ничего особо значить не будет. Правда, у него будет мало ХП, но все равно, то есть, профессионалы будут держаться в стороночке, когда у них мало ХП. Или как Манграль будет штурмовать. Но Манграль это отдельная тема. Он с одним ХП, блин, всех порвет. О май, о май. Так, для начала возьмем так, вот так вот. Опа. Ловушечка, это хорошо. А это еще лучше. Мне сейчас главное с высоты не упасть. Это, блин, так... Опа, 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 оп, 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 ой. Вообще, вот что странно, я немножечко в телефончике посидел. Я хотел ссылку стрима разослать в Дискорд-группу. И я почему-то сразу стал хуже играть. Ну, как по мне, то есть. Ну, то есть пальцы совершенно вот в мгновение ока просто отвыкли. Уф, ладно. Так, раз, два, три, четыре. Уже буду поаккуратнее играть. О, так, вот это вот понадобится, а вот это вот фигня вот нет. Уи. Уи. Типа, знаешь, как ошибки свои исправляем постепенно. А, стоп, я середину облутал. Да, облутал. Ой, лут у меня крутой, но есть одно но. Во-первых, мы играем против дуо. Это во-первых. И во-вторых, у меня плохая винтовка и плохая ППшка. Не, сама по себе ППшка крутая, но она серая. Я в этом плане. А, стоп, тут же этот сундук есть. Нет, фух. Ну да, неплохо. А, хотя стоп. Теневая бомба, кстати, мне, по идее, поможет очень. Типа, если когда меня будут прессовать, я смогу уйти. Угу, да, думаю, это будет нормально. Блин, ладно. Я, в принципе, то, что надо, забраться на гору. На гору Чилиад. Хых, отсылочка. Оба, сразу теневая. Опа, еще теневая. Shadow Master. Хоп, хоп. А, Фахри, кстати, этот... ты восьмой, да, класс, напиши. Ты тут, да? Нет, не тут.
подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Забыл про эту сторону. Вы подождите секунду, ребят. Да фак. Ладно. Никого, блин, не вижу. Сейчас как дальше путешественница. А вы видите, ребята? Хоть кого-нибудь. Говорю сразу, типа, я хочу файт, но я не хочу открытый файт. Так. Оу. Можно на дроне подзависнуть. Пока! Оу, ой-ой-ой-ой. Не надо. Не борзайте, дети. Вот так это делается. О май гад. Блин, я хочу лук взять. Он мне очень понадобится, но... Вместо чего? ППшка может быть, да? Да, ППшечек пусть будет. Хнык-хнык. О, по красоте. Минус 2. И броня. Опа. I see you, boy. А, ребят, я немного попрошу, можете, пожалуйста, выглянуть.
А вот. Ай-яй-яй-яй. Не заметил. Он один. Может быть, тоже прошлый. Если я в принципе. Не оставив шансом кто-то там. Выгляни в окошко, дам тебе картошку. Ой-ой-ой-ой. А вот сейчас очень опасно. Фу, пока, ребят. Было приятно с вами поздороваться, но мне надо идти. Спасибо за теплый прием. Interesting thing. I guess. У меня есть идея, но она мега опасная, и надеюсь, что там никого не будет. Ну, уже вы поняли, наверное. Заходим, осматриваем. Берем, проходим, аккуратненько так. Сайк! Ни хрена. Не. Благослови просто все, кто помогли. Топ-9, ребят. Так странно. Обычно даже в середине игры таких домов не остается. Стоп, так его лутали или нет? Я вот что не понял. Так его же лутали. В смысле? Полево. Сайк. Писос.
Надеюсь, того хотя бы чувака убью. Блин. Вот я сейчас очень ступил. Надо было отходить, отходить джампэдом, потом их со снайпой встретил. Или застроиться, тоже был вариант. Чё я туплю так? Ладно, давайте где-нибудь займем топчик по-быстренькому. Так, что бы нам делать? Stupid, stupid. Так. Сейчас надо будет быстро залутаться. Опа. Так. Да, снайпит шары. Так, чтобы взять. Stupid. Как он сквозь стены первый раз нанес? Второй раз я понял. What? What the fuck? The fuck? Ладно, можно этому заканчивать. В принципе, все катки были неплохими. Всем спасибо, всем пока.